Уважаемые земляки, а также уважаемые родители, я как учитель призываю всех вас соблюдать именно в период пандемии все меры предосторожности для того, чтобы сохранить здоровье нашего будущего поколения, в частности наших детей. Мы на данном этапе обучения проходим дистанционно. В связи с этим, конечно же, нам необходимо соблюсти все меры предосторожности, где бы вы ни находились, будь это дома, будь это в дежурных классах, на улице. Поэтому я, как педагог, призываю всех вас, будьте бдительны. Будущее в руках наших детей.